Так, путевочка, билеты. Так, это у нас что? А, это страховочка. Не понял. Не слышится? Или тут намечается туса на отдых, а? Батя, а ну-ка колись, что да как и почему? Ой, аж ухо зачесалось. Ничего тебе не кажется. Туса намечается, но... Но? Что но? Куда, когда? Но... У нас завтра. Ух ты, завтра! Куда, батя, куда завтра мы едем, а? Шерлок, тут это как бы... Ну, мы без тебя вообще едем. Чего, чего? Это мне послышалось? Или кто-то тут борзеет? Без меня вздумал отдыхать, а? Ну, это, как бы... Как-как? Ну, блин, Шерлок. Ну, вот так вот. Вот мы из Бреста летим. Тут нету места для собак в самолете. И не надо меня тут жалеть! Все, без меня он летит! Давай только не будем истерики закатывать тут. Уходить, орать, кричать, обижаться. Ага, не устраивай истерики. Так, сейчас я подвору этот конвертик и сам улечу. Блин, услышал. На, ё-моё, провалился план. Ладно-ладно, еще посмотрим, кто полетит, а кто нет. Даже не думай, Шерлок, понял? Даже и не думаю оставаться дома. Понял? Я, между прочим, тоже хочу отдыхать. Я такой же полноценный член семьи, как и ты. Придумаю я план, как попасть мне на самолет. Не улетит он без меня. Пускай даже не мечтает. Я Шерлок, черный плащ. Ну или как там, гроза. Ну или ладно, как придумайте мне погоняло, так и будет. Я тоже лечу на отдых. Ладно, я вижу уже, ты чуть-чуть отошел. Нормально, 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 переживешь. Мы быстро прилетим. Конечно, меня оставляют на произвол судьбы. Одного дома скучать. Тут бедному Шерлоку, чтобы его вши заели. Иди ко мне, я тебе кое-что расскажу. Иди, иди. Не останешься ты один, не переживай. Сиди, садись, давай я тебе расскажу. Мы тебя в гости отправим. К нашим друзьям, они тоже собаку хотят завести. Вот, они за тобой будут ухаживать, поверь мне, лучше, чем мы. Эти 10 дней будешь, как мы, в пятизвездочной гостинице на все включи. Ой. На чё ты будешь? Где ты будешь? В пятизвездочной гостинице. Еще и на все включено, да? А я, бедный мальчик, буду косточки жрикать в этой передержке. В этой собачьей гостинице, где костомахами кормят, мяса не дают. Ага, не надо мне тут, я все твои заливания уже в прошлый раз выучил. Нет, нет, еще раз нет. Этот раз не передержка. Этот раз к нашим друзьям. О, это уже звонят, почему тебя не привозим. Не пойду я к ним, не пойду я к ним, я хочу на море. Алло, что дети спрашивают? Да не, сейчас, ну полчаса. Я тут истерику еще выслушиваю и едем. Все. Не, все без изменений. Приедет. Все, хорошо, пока. Это мне еще показалось, или там дети будут? Эти те, которые меня за уши таскают и нос отрывают вместе с хвостом, да, они? Да, двое, и все. Мне уже твоя истерика начинает надоедать. Смирись, и будет лучше всем. Ага, будет только лучше тебе. И еще раз тебе, и еще раз тебе. А я опять как дурень буду их весь дёлки. Ладно, все, иди, я придумал план, все хорошо, иди. Давай, с мыслями собирайся, остывай. Я пошел вещи собирать, потому что мне еще вот машину в ремонт, счет один заплатить, в банк успеть. Ты мне тут будешь сейчас истерить, елки-палки. О, чемоданчик приготовил. Точнее, вот я сюда и залезу.
Сейчас только открыть. Основная проблема. Именно с открыванием. Ничего, сейчас слом возьму. Отлично. Открыл. Сейчас я быстренько спрячусь. И меня там никто не найдет. Или в этот маленький, или в большой. Ну, вот так. Шерлок, думай. В маленький или в большой? В маленький или в большой? Наверное, надо в большой. Точнее, в большой. Так, все, главное тут лечь и закрыться. Ну что, буду закрываться. Так, меня здесь не видно. Все, закрываюсь. Только главное, не выдастся храпом, когда усну. Так, ладно. Ну что, меня не видно вроде. Батя не должен догадаться, что я здесь лежу. Заберет меня. А сейчас будет искать, искать, подумает, что убежал. Ну и ладно, скажет до этого Шерлока. А я приеду вместе с ним в чемоданчике. И вот это крутяк будет, а? Так, все, ладно. Шерлок, иди ко мне, мальчик. Шерлок. Шерлок! Шерлок! Так, главное не чихнуть, не чихнуть и не кашлять. Это, блин, нос зачесался. Вот, вроде не находит меня. Ха, батя, лечу я с тобой, походу, а? Не найдешь ты меня ни за что. Все двери закрыты, ну. Шерлок! Ты спрятался, точняк. У меня времени нету, Шерлок! О, подожди. Он же ж в мошеннике. Ну-ка. О! Так, электро не надо. Моды вибро. О! О! Звук со стороны чемоданов. Блин, походу сидит около чемодана. Вот этот долбанный ошейник! Все вибрирует и вибрирует, блин! Ну что, сам вылезешь? Ну что, попался? А? Блин, да, попался. Я-то думал, ты меня не найдешь. А блин, ты такой пронырливый, узнал. Иди сюда. Прицепил! Чтоб меня находить везде, да? Я тебе сказал, у меня времени нету. А ты что делаешь, а? Прячешься! Ищи тебя везде, а? В этот раз уже все куплено, и до завтра точно ничего не решим. Давай так договоримся. Иди сюда, не убегай, не убегай, подожди. Не понравится вот сейчас тебе этот раз без нас. В следующий раз полетишь с нами, хорошо? Врёшь! Обещаю! Врёшь! Обещаю! Ладно, поверю. Но тогда с тебя кило мяса. Так, сувенир в виде меня, статуи. И так, что придумать? Тебя? А чё, некрасивая что ли будет, а? И чё ещё придумать такое? Это. О, придумал! И моей Шарлотте красивую заколку. Всё понял? Нормально. Договорились. Ну всё тогда. Давай, лапу. Не буду я тебе лапу давать. Не заслужил. Надо было в этот раз мне путевку покупать. Иди сюда. Если кто-то о чем-то договаривается, то лапу обязательно давать. Давай лапу. Ну ладно, так я бы и уговорил. Значит, мне бы напомнить про мясо и про мою статую. Все, мясо помню, статую помню. Ошейник твой убрали. Все, и с тобой давай погнали, хорошо? Ладно, а вы были на канале Брошу Пэт. Ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал. А кому меня жалко, пожалуйста, подписывайтесь поскорее. Давай. Пока-пока. На жалость тут не дави. Нормально. Вот кто любит Шерлока, лайк обязательно ему, да? Да, можно и два. Погнали, все. Я везде опоздаю.